Хотя, знаете, традиционно бедный на релизы январь — это хорошо. Есть возможность пройти то, на что не хватило времени ранее. Ну или попробовать проекты, которые, скорее всего, затерялись бы, будь они выпущены не в период новогодних праздников. И вот, я хотел сказать, что Cube как раз из таких, но, пожалуй, это не будет соответствовать истине. Ладно, в общем, давайте знакомиться ближе с рождественским подарком от компании Toxic Games. Окинув взором происходящее на экране, многие из вас наверняка уже выстрелили ассоциативной стрелой в сторону логическо-пространственного хита под названием Portal. Да, Cube чем-то напоминает похождение чел. Лабораторный антураж, испытательные камеры, повсеместное ощущение одного большого эксперимента, ну и множество других деталей, которые бросаются в глаза при прохождении. Но все это ни в коем случае нельзя назвать плагиатом. Речь скорее о таком изящном реверансе в сторону избранного творческого ориентира. Ведь на самом деле Cube абсолютно о другом. Мы очухиваемся в непонятном и загадочном месте, дизайнером которого явно был почитатель кубизма. Вокруг стерильная чистота и ни одной подсказки по поводу происходящего. Кто-нибудь из вас помнит, как он сюда попал? Пироги. В наших руках нет ничего. Но зато они одеты в модные перчатки, да не простые, а техноволшебные. С помощью них мы способны манипулировать на расстоянии разноцветными блоками. Зачем нам это надо? Да элементарно для того, чтобы открыть необходимый проход или просто достигнуть выхода из очередной комнаты. Вот, собственно, и вся сюжетная и, с позволения сказать, идеологическая составляющая игры. Теперь подробнее о геймплее. Самыми главными участниками всего действия являются разноцветные блоки, с которыми нам и пришла пора познакомиться поближе. Мистер Красный способен выдвигаться на разную длину. Коротышка Синий в сложенном состоянии с силой отталкивает от себя все, что его прикоснется, в том числе и игрока. Желтые сиамские близнецы работают только в компании. Выдвигаются сразу втроем, либо в виде лесенки, либо в виде пьедестала. Красный, синий и желтый — это три кита, на которых здесь стоит, если не все, то очень многое. Но, само собой, есть и другие блоки-помощники. Фиолетовые стрелки, поворачивающие часть комнаты в заданном направлении, магнитные кнопки, после нажатия на которые неприкрепленные предметы начинают смещаться в соответствующую сторону, оптические блоки, преломляющие лучи света, ну и всякое другое. Игра поделена на 7 секторов, в каждом из которых мы сталкиваемся с чем-нибудь новеньким. На первом уровне, пока мы еще только начинаем познавать здешние законы, достаточно просто в правильном порядке активировать определенные блоки и построить себе тем самым дорогу к выходу. Затем придется вспомнить из детства правила смешения цветов, а потом нас погрузят в полную темноту, в которой подсветить можно будет только один блок. Далее появятся магниты, лазеры, модули... В общем, много всего разного будет, даже как-то спойлерить особо не хочется. Сложность испытаний выверена до микрона. Осознание правильного решения приходит ровно тогда, когда и нужно. Никаких нервных срывов, долговременных затупов, но при этом исходу решить получается далеко не все. Таким образом, Cube способен удовлетворить потребности как искушенных гениев, так и недалеких двоечников. Let's get started! Toxic Games собрали воедино элементы множества других логических задачек, успевших появиться в нашей истории за последние тысячи лет, правильно скомпоновали их, от уровня к уровню добавляя все больше деталей и все глубже вовлекая игрока в процесс.
создали для этого всего лаконичный и элегантный дизайн и добавили в заключение маленькую изюминку загадочности и недосказанности. Как итог, мы имеем просто-таки отличную логическую игру, которая получает оценку похвально, даже очень-очень-очень похвально, по одной простой причине. Изумительно занято Порталом. Пока что.